В настоящее время изготавливаются мультифокальные IOL, которые могут снизить зависимость от очков для чтения после удаления у вас катаракты или замены хрусталика. Эти линзы корректируют пресбиопию, из-за которой люди в возрасте старше 40 лет теряют способность читать или смотреть вблизи. В прошлом, когда искусственный хрусталик, называемый интраокулярной линзой имплантатом или IOL, вставлялся внутрь глаза во время операции по удалению катаракты или замене хрусталика, он мог фокусироваться только на каком-то одном расстоянии. Такие IOL называются однофокусными. Они позволяют глазу хорошо видеть либо вдали, либо вблизи, но не на оба расстояния одновременно. В настоящее время в продаже появились мультифокальные интраокулярные линзы. Такие линзы корректируют как ближнее, так и дальнее зрение. Причем как дальние, так и ближние объекты могут находиться в фокусе одновременно. Многие люди привыкают к мультифокальным IOL очень быстро. У других же поначалу несколько нарушается чувство равновесия, но уже спустя несколько дней или недель наступает привыкание.